Хорошее обслуживание, уютная атмосфера и горячий обед из трех блюд. Все это бесплатно. Благотворительные обеды для малоимущих в Химках – добрая традиция. Вера Темникова – одна из постоянных гостей. Видите, мы принесли с собой тару. Под первое, под второе и под третье. Поскольку нам все наливают уже горячее, я живу здесь рядом, я прихожу домой и, не торопясь, аккуратненько дома покушаю. Что-то у меня останется и на полдник там, или на вечер, потому что порции дают очень прилично. Пенсия у меня маленькая, я малообеспеченный человек, проживающая одна. Поэтому пользуюсь соцзащитой. Каждый день сюда приходит около полусотни человек. Проводит обеды на средства предпринимателей Химок и при поддержке администрации округа. Такие бесплатные обеды на территории городского округа проводятся регулярно, с понедельника по пятницу. Приглашаются пенсионеры, малоимущие. Их бесплатно кормят вкусными горячими обедами. Они с удовольствием приходят. Всегда все благодарны. За месяц только в этом заведении провели около 1000 обедов. Но и это не предел. Ведь в дальнейшем их планируют устраивать еще в нескольких кафе округа.